Спасибо. Да будет музыка. Сегодня в ауле Псыж-Абазинского района состоялось радостное и долгожданное событие. После капитального ремонта открылась детская школа искусств. На праздничном концерте поздравили педагогов, родителей и ребят. Альбина Ламкова с торжественного мероприятия. Так и хочется сказать, обязательно и без сомнения. Уже позади кропотливая и непростая работа по преображению здания. И в новых классах вновь зазвучала музыка. Произвели перепланировку. Коридоры и учебные классы радуют глаз искусной отделкой, чистотой и уютом. В процессе реконструкции было вложено много труда, но благодаря совместным усилиям и прежде всего руководству школы, внимательное отношение к работе подрядчиков дало такие прекрасные результаты, было отмечено на торжестве. Отличившимся педагогам вручили грамоты. Масштабная программа по развитию культуры и искусства в России начала действовать с начала 2019 года. Реализует ее партия «Единая Россия» по национальному проекту «Культура». Но мы рады, что плоды его не видны людям, не видны прежде всего детям, для которых это все делается. Особенно любим, но в следующем году мы начнем забирать себе и остальные школы в республике. И хочу сказать, что такая работа ведется в республике везде, во всех районах. Я хочу поздравить вас всех. Поздравить в целом нашу республику, что у нас вот еще очередной шаг в развитии культуры. Конечно же, открытие преображенной школы искусств – радостное и долгожданное событие для воспитанников, родителей и всего педагогического коллектива. Новое здание – это большой шаг вперед. Он даст возможность детям обучаться совсем в других условиях. Многие годы мы ютились в маленьких, нескольких кабинетах. У нас не было своего концертного зала, о котором мы так долго мечтали. Хореографического класса, художественного класса, ну, там, где занимаются дети художественного отделения. Теперь это у нас есть, благодаря нацпроекту «Культура». В целом выполнена огромная работа по реконструкции. А уже сегодня в новом концертном зале дети под руководством педагогов подготовили для гостей яркие музыкальные номера. За годы обучения выросло не одно поколение юных дарований. Многие продолжили дело своих наставников. На данный момент в учреждении занимаются 340 человек. Они изучают различные аспекты музыки, включая ее теорию, технику игры на инструменте, ритм, гармонию, мелодию и многое другое. Дети из города приезжают, много деток у нас из города. И даже из далеких аулов привозят детей именно к нам, чтобы они занимались музыкой. Многие выпускники вернулись к нам в школу и работают здесь. Все убеждены, что после таких грандиозных перемен в школе искусств учебный и творческий процесс выйдет на новый уровень, а у учащихся и педагогов откроется второе дыхание для новых побед и свершений. Теперь они точно знают, мечтам свойственно сбываться. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.